СС, и короче, пляночка по Мурлокосу, а притон по друид инвалиду будете давать, чтобы их не это самое. Сейчас зайду, сопроты будем брать. Ты помнишь, как там метки стояли? Звезда там далеко. Как вы, ты этого отводишь? А, кого, блять? Ты на двоих, он босса. Потом, когда шаман ханта убили, босса переводят на это место. Вот я ему частицу перевешиваю. Пати. ДД фласк, кому? ДД не надо, фул сопроты, иначе мы подохнем. Кому за сопротом? Холидринг, сейчас я ему еще накину. Там, если сейчас ДД висит на вас, вы не перепивайте, на бабе перепейте. Ну да, в принципе, да, ханта еще можно ебнуть. Выйд, мне съебаться надо, замени меня, пожалуйста. Так, что мы три босса убили, да? Два? Два пол. Съебаться надо. Так, Олег, он, погоди, у меня закончились мои, сейчас дадут мне. А кто больше даст, да, ассист там на Войда? Кто больше даст ДПСа? Урге или этот? Кого Лиана, будет, я говорю, подождите, блять, у меня сопроты закончились. Сейчас Слава мне закинет, дальше раздам. Этот, Святоса или Вов брать вместо Урги? Кто сколько давал, я не помню. Дайте обмен на сопрот. Вы сегодня били же это? Сегодня был, ну, слепца скринили. Говорю, Вадикон, Лианочка, кто там еще? Короче, что, все? Можно давать? Да, Святоса, сейчас. Короче, возьмем. Кидайте обмен. Похуй, фурик, не фурик. Спасибо. А, ну вот, пускай Святос. Сумоним его еще. Святос Андрес стакает. Он лучше. А этот не стакает, что ли? Арус нет. Так, пошли. Ты звезду кому поставил. Кому там еще сопроты надо? Тут точно 50 метров есть. Ну-ка, иди. Кто там? Гомосек. Иди сюда. Или кого гомосек танчит? Он шамана танчит или босса, блять? Босс. А, он босса, он крася. А, Юля, встань в этот, в треугольник. Я сейчас отмерю, там есть 1.50 м. Так. Так, ну вроде есть. Ладно, не буду там вымерять, короче. Есть, все нормально. Так, сопроты пейте. Стелси, сопрот, пей, либо кидай обмен. Ставлю рыбу. Три БРа всего, блядь. Падать пиздец нельзя. Метку на себя поставил, кому еще там сопрот надо, кидайте обмен. Ну, если Катрисию взять, вместо кого только? Кому тут что надо, кому не надо. Без понятия. Ниже всех по привору Вов Лов, но его тут нету. Потом Святос идет. Я. Карта Д. Не, ну я хуй знает. Ты смотри, на что там приор есть. Ну-ка, 358 приора. Не знаю, забирает что-то варовское или нет, хуй знает.
Да, я продаю экспорт в Долоран. Или куда-нибудь. Где-нибудь. Ну, 4 БР теперь. Шансы повышаются. СПД есть. Дать. Надо. Так, СПД. 38 минут должно хватить. Сейчас все разбавлю. Ну я каски раздаю. Да, я каски раздаю. Амазек Прот, Рарник, Лакит и МП5 раздай. Ну что, МП5 сейчас нету на рейде? Там Рарник, Кулаки, МП5 раздавал. Я в ГБ взял. Блять, ну мне еще надо брать. Так, я восьмого поте пока кикну. Масла, банки, это все поупивать. Помните, как бить, что? Помните, да, кто куда перебегает или зависло? Кто меня хилить будет? Этот. Ну, Джан Дис. Угу. Будет хилить. А потом он тут остается, слышишь? Этот самый. Че, все как по-старому, да? Да, да. Ты потом тут остаешься, короче. Геру сдадите на бабу. И хилишь этого. Кто он там, блядь? Холидринка с... Ну да, так и фул его хилишь. Этот. А хилы, короче, два шамана, два эрдру. И не люблю щиты. Вы с рейдом бежите к бабе. И там смотрите прям по максимуму, блядь, чтобы рейд пиздец. Потому что два хапала тут у двух танков хилит. Ну я буду там что-то проскакивать по вам. Ну хуй знает. Вот когда гомосек босса сюда будет подводить. Помнишь, да, гомосек, что ты подводишь сюда, и потом тебя перевешиваю частицу. Кошку подвесили. Все готовы. Да я чё. 5, 4, 3, 2, 1. Притон пиявка. Ветер идет, смотрите, отходите. Там хильте, алё. Гангрена пиявка. Бидон 3 секунды. Пей банку. Кончилась пиявка. Не люблю щиты пиявки. Мурлокос инер по гангрене. А Вадикон по не люблю щиты. Стелс и пияв. Вихрь идет, смотрите заранее на него. Отходите, отбегите от него заранее. Стелс и пей банку, друид инвалид, инер по стелс. Войт на тебя пиявка, быстро бабл. Нажал, нажал. Три процента. Сопроты выпить, и точно выпил. Дал массу первого. Въебало. А Продакс умер. Б нужен. РД немножко в круг забегите этот.
Пока что. Аночка стоит. Давай, Вадик, он ресни его. Только его как-то захилить. Хильти его сразу я поднял. Хильти сейчас. Он не встает. Вот. Лапку, каску, пристабав по нему. Так, Гомосек, ты где? Ты перебежал? Все, перевешал у тебя. Катрися, выбеги иннер, дай по Джандису. Джандис далеко от меня, я тебя не достаю хилить. Вихрь идет. Сейчас скоро сядет промо по мане. Еще не скоро. Кто? У кого? Это... Смотри, вихрь. Джандис, смотри, вихрь. Если есть сейф какой-то, массейв жми. Кто может циннером подбежать? Кто может циннером подбежать, к... кроме дати? Мурлокот 37 секунд. Иннер. Терпите, умерла почти. Все, умерла, нормально. Пошли. Давай. Босса, переводи, да-да-да. Максимально рейд хилим, прям максимальные щитки. Фул, быстрее дыры закрываем. Тотем бьет. Ну вот, захиливать тотем самое главное. Даю иннер, попал. Сейчас уже полегче, слышишь, сейчас 7 хилов работают, уже можешь клятву нажимать там смело. Да, я себя хорошо чувствую по мане на этом боссе уже. Да, уже нормально. Три иннера в тебя только что залетело, ничего? Уже хорошо. Нет, то есть мне было еще прожать, я просто клятву держал. Нормально, нормально. Давайте хуярим. Друид инвалид, иннер по гангрене. Самое главное, не расслабляйтесь, когда вот этого пидора убьете, к боссу милики смотрите аккуратно, подходите. Катрися, по откату дашь иннер, давай в Джандиса. Милики, самое главное, чтобы вы не сдохли, просто так. Да, да, там 4,5 минуты до берега. Да, нормально все. Главное, милики, не ебланьте, на жгучей звезде. Вот. Сейчас звезда будет, не подходите. Сейчас не подходите, смотрите, как звезда выглядит. Не подходите, сейчас она ебанет сначала. Вот, отошли. Вот. Все, теперь подошли, бьем. Ну и все, и там будете заранее отбегать, секунд за 5. Давай, был. Равник ФТ4. Это, там ни щитки ничего не спасут, так что смотрите. Лучше отбегайте. Вот ушли уже сейчас заранее. Постойте. Уйдите быстро. Вот, все нормально. Ну и все. Ну по таймеру. Вот сейчас было 5 секунд, он раньше дал таймера. Не знаю, ДБМ у кого какой. Вот, лучше заранее отбежать и добить спокойно. Семь секунд по таймеру, отбегите лучше. Уйдите, постойте, милики. Отойдите. Вот. Он раньше дает. Все, бейте дальше. Ну что, у него сдвигается. Отбегите сейчас. Отбегите, отбегите, милики. Вот сейчас таймер в ноль прошел. Ну, типа, я хуй знает. Ну, лучше постоять. Нормально.
Там, видать, я помню, то ли 20 секунд было, они ее сделали, то ли 15. Или она была 25, или 30, а они 25 или 20 сделаны. Вот эту звезду ебаную. Отбегите, милики. Вот. Это на 5 секундах он сейчас давал. Там времени добить 2,5 минуты, так что лучше не падайте. Где моя шея, блять? Я вообще миродробитель хотел, но сейчас как-то похуй стало. Это... Всем все надо. Так, скеля возьми, это пуху. Пуху, блять, скеля, ты видел, кто забрал прошлого? Ну, первую лично. Ну, кто? Вика Сифилис, который пересел на вора. Почему? По-моему, Вавилани же забрал. Нет. А, он шею забрал. Да, Вавилани шею забрал. Блин, миродробитель. Б. Как дела, Хукмастер, блядь? Ладно, хуй с ним. Почти убийство уже. Говно. Что выпало, блядь? Ой, ёбаный, блядь. Вот кожа это максимально говно лут. Вот это вот груда. А что ты говорил, что Т4, Т4? Я говорю, ты в Т4 бил? Да, Т4, и чё? Да, просто... Жёстко бьёшь. Вадикону или Морлокосу, кому с вас нужнее эта хуйня? Да священнику надо. А, мне на ТМ, если ему носить, пусть носит. Тут можно паладином играть с закрытыми глазами. Ладно, и... Ну, отдавай ему. Три кнопки нажал. Мне тоже на трансмиссию. Этот. Штаны. У кого какой кусок там? Сейчас я посмотрю. Так, Пристовские. Так, Урвиста. А, Урвиста нету. Третий. Войд. Это мне третий. Нету. Так, Мордаун-то нету, Друид-инвалид, вот второй кусок будет. Получается ему шадоны от нее. Я думаю, я третий золотая. И четвертый. Второй приоритет. Второй приоритет не будет. Ну, четвертый еще не убит. А вот Друид-инвалиду закинуть. Может, он их откроет. Ну, второй по-любому надо закинуть, да? Я так понимаю. Может, вроде как, у него получится 4, 5. Сейчас пока не получится. Ну, Келли мы сейчас не идем убивать. Ну я хуй знает, нахуй. Давай второй кусок просто. А кто по воронке забрал? Че по голде, по воронкам у тебя будет инвалид? Алло. А? Алло. Ну еще он только разролил это. Он этот, друидовский разраливает. Слава, размуть. Ты же там, здесь тоже в рейде что-то не Заломаноча. Видишь. Что делаете, алло? Погоди, а ты второму... Это, кстати, я на ролл кинул не друидовский, а этот. Но... Я говорю про друидовский, паладина. А кинул паладиновский. Я просто смотрю, ну, да. Что я на паладине, но мне белый светится, я думаю, на присте. Получается, на... Паладиновский, вот этот, сейчас я гляну, кто там. Но призван у третий кусок, а так там, по сути, так, а Вилании нету. Мне, наверное, не надо, да? Призван у третий. Ну, это равносильно первому. Тогда по ИПГП смотрим. Выше бидон. Бидон забираешь? Кусок. Первый. Бидон. Пишет, что забирает. Так, вижу. Шо, стой. Поздно. Так, теперь вот этот воин, жрец, друид. Кому мы говорим, друид-инвалид, да? Он пишет, ему смысла 2 нету куска, короче. Но мы сейчас 4 выбиваем, так что... Ну... Мы 4 выбиваем, типа сейчас уже похуй. Мы не скребем по 2 куска. Типа может на этом когда не будет, но потом будет. Ты лут раздал? Да ты потом, ты и заберешь еще вон. А что у нас выбивается все, кроме головы? Да, кроме выше все. Что, Слав, скажи, кто сейчас этот заберет, кому осталось 2?
5-го. Короче, кто? Шалфир по ИП выше, но лучше второй, наверное, друид инвалиду отдать, чтобы он открыл, ну, да? Смотри, я, если буду сам открывать, я открою не скоро, у меня тут с голдой очень. Ну, дай Ваньке, Ванька тогда, Ванька быстрее откроет. Убиваем, или он получает второй кусок, если он их открывает сразу, два токена. Короче, я понял, ты с руками пока посидишь, да? Да, плечо же есть у него. Ну а дальше там не люблю щиты. Ну, короче, ладно, выше так выше. Все, это самое. Отдал Сулфиру. Тут он распределился. Угу. Так, сейчас я запишу. Кто там, получается, Паловский лутанул? Бидон. Бидон первым, ага. Ну вот это плюс. И Шалфир третий. Бидон, блять. Бидон, сука, я тебе буду бидон писать, это пиздец. Еще по-английски неохота писать. Штаны. Напиши на русском гангрена, да и все. Да похуй, бидон пускай. Написал уже. Шалфир, третий кусок, да? Угу. А у тебя открыть есть воронки, да? Ну типа... Получается, только грудак, если выбьешь, ты будешь открывать. Четыре воронки. Четыре всего у тебя есть, да? То есть две докупить и все. Войд, можешь дать ему одну? Это потому что ты мне не дал ничего. Я фул за свои два куска открыл. Ну, я знаю. Я просто сейчас... шалфиру нужен. Типа должен одну. Сейчас посмотрим, что по приоритетнее будет. Келли так убивается. Да пока еще рано. Я думаю, надо будет... Надо просто будет... типа, ну... Если мы пойдем завтра в око, я, возможно, не успею зафармить. Еще одну воронку надо репичи подать. Не, я не про это. Я про то, что воронки надо подумать, чтобы хилов апнуть, которые вот идут, и, ну, с которых за хила не хватает на ваиш. Типа, если про ваиш думать, так-то сейчас хуй знает. Вы где, кстати? На Маргриме? Да. Что-то, блядь, а, тут трэш сбоку. А мы его в 7 хилов убиваем или в 6? Хорошо, замена плюсуйте. Че, он уходит? Да. Где он там, блядь? Что-то не вижу его в пати. Он вышел? Я же не давал фулл рейду ИП. Вот до 3 босса. Нет. Так, Маргрим. Длинное святилище. Ой. Что с него вообще есть? Сплетение. На танке у тебя есть? На хулидринке? Кольцо. Кого? Кольцо на танке. Есть. Забирай. А тапки? Надо кому-то вот эти латные крит-хаст? Мне не надо, у меня пока лагер. Ну прикольный шмотчик. Сплетение, конечно, бы забрал, но оно мне на Т5, которое хуй знает, когда заиграю. У него есть. Так у него же есть. Я самый первый залутал. Да подожди, заменить. Это, можно меня на замену вместо Валеры? Я в магазин хотя бы схожу, пожалуйста. Ну, всего, в принципе, хватает. Да на 7 штук, мне кажется, много. Ты потом придешь или что? Ура. Все. Давай, чеши. Ну, я в магазин схожу, могу вернуться. Ну, зайдешь потом на ИП тогда. А, блять, я, может... Ладно, ладно. Ладно, пиздуй, короче. Вот этот проем. Тогда я тебе дам за 3 босса пока что. Этот. А что ты Святоса выкидываешь? Ему надо сюда или не надо? Я что-то не могу понять. Да кто-то собирался уходить, блядь. Кто? Уже ушел Мурлок. Хули. Нет, еще до этого. Уже все, блядь. Че, кто на трэше будет? Сейчас
Катрисия, спекнись. А Маздек, ДД. Юля, босс, Катрисия, трэш, да? Да. Друиды лучше держат? Нет, просто по-моему, можно дохуя. Так, ставлю рыбу. Он на пачке быстрее набирает. Так, что еще? Гидрус остался, да? Угу. Какая пуха тебе нужна? Лок кто-нибудь уступит? Ну, Святоса пока тут нет. Святости надо что-то? Кому-то грудак нужен? С гидроса? Ну давай пока тогда возьмем его в лов с обунем. А гидрос, на гидрос уже посмотрим. Давайте. Есть шкаф? Это. Тыкните. Еще рыба стоит, жрите. Ну это, по-моему, никому. Отлично. Так, проверка. Я что ли под печатью ретрика хилил, блядь? Ёбаный урод. Ёбаная. Сука. Ебан. Это все готово, дает что-то. 5, 4, 3, 2, 1. Одним словом, ОБМа. Ты что, да, меня да, булить да. Начинаешь? Поменялось в ретрике. Нихуя не поменялось? Что-то пока незаметно нихуя. Одна пачка осталась. Очень хуёво было слышно, чего-то объяснить ему надо там. Не понял, что объяснить только. Еще раз, Витя. Я одел нахуй. Кто танчит у ёбков? Катрисия. А хули он в кошке стоит? Ну, не знаю тогда нахуй. Ну, может он в мишку прыгает иногда. Не прыгай. Дань, прыгни в медведя, пожалуйста. Может он только когда они появляются прыгает. Это я не шарю. Так что ты не спекнулся? Поебать, на Юлю напуливайте и все тогда. Они ее походу бьют. Не знаю сколько на нем мобов сейчас висит, но... Они на Юлю же шли, да? Или что это? Мне показалось. Я не знаю. Че, на Юлю напрямую? Вот, вот они когда в подбосса туда заходили, типа, это что было? Это он да. Туда заводил или на Юлю? Нет, пуль на Юлю, короче. Да, да, пуль на Юлю туда. Ладно. Ну, просто я думал, он заводил, раз он в коте, он не мог бы завести, он бы помер там. Ну, хильте ее тогда активнее, я хуй знаю. Она вылетела или умерла? Да, вылетела. Да. Вылетела. У нас есть кому встать диван? Можно в медведя зайти, да, не попробовать, или не вытянуть. Не да, вытяните, только сюда, к стеночке. А, не надо. Да там волна ибо нет. Ну, отойдите сюда к стеночке. Диван какой-нибудь дайте. Да тебе покинул только диван. Да, на гамазека кинул. Умирайте, умирайте. Спиной к боссу, падайте.
чинить. Господи. Че, Кутриси, ты спекнешь? Я тебя прошу. Спекайся, давай. Че, он не хочет? Да ты спекнись и все, блядь, холидринг. Че вы, блядь, ебетесь-то? Он хочет побить, блядь, пускай бьет нахуй. Какая разница, блядь? Спекнись, да подержи мобов. Или кого там удобнее тебе, хуй знает. Все равно террарник придамажил, блядь. Я понял, нахуй. Ну накрутил. ДПС зависит от того, кого чаще всего кидают в эту штуку. Ну, получается, да, меня там чаще всего кидало, мне там хуёвый ДПС 16. Ну да, 16, да, да, ну кидало раз 5, наверное, блять, реально, нахуй. Меня прямо с пола кинуло. Только трэш пошел. Спекнулся. Ну и все, и вот на него и пульти мелких тогда. Два ханта. Завтра у нас что, бычки? Нет. Где там? А что еще? Час? Не успеем? У нас еще гидрос. У нас еще гидрос. Давайте. Шапки, кстати, гоняем. Я, возможно, уйду до гидроса, не знаю. Завтра око. На фул. Юля уже здесь. Потом короче, бронзовая будет, да? Бронзовая будет или не будет? Будет. Да, надо. Титановый. На фул, на Юлю. Так. Давай что-то. Да я что-то. А ты Костя босса, да? Я в ДД. А, понял. Кто в танке-то? Юля. А, соло будет, короче, все, я понял. Ну, вроде он первый босс вроде вообще манекен. Ходим, попробуем. А, тактику посмотрим. Че, она реально в этом? Она в соло танчит. Да? Ну ладно. Окей. Смотрите, немножко меняйте свое местоположение, когда мобы идут, чтобы они вас в спину не разъебывали. Я в говне на пуле выйти там. Так, мобы что-то остановились. Они куда-то ушли. Они на инвалида. Ну так-то их надо собирать, потому что... Ну вот на пулом собирайте. Вот они когда еще... Я вот уже походил сейчас по пылесосу немножко. Но хант как, ловушки там, да? Ловушки, градстрел. Ловушки, градстрел, да, по-другому никак. Чё, мобы вместе. Ага, ну понятно, рарник передал. Чё он там? Повиновение включил, да? Сейчас тоже включу. Ну он... Повиновение, я в соло. Так, а блять, хули, они уже все мертвые, но я выключил обратно. Вот тут к нам хотит фурии 260 протик. В гидной консула, я его оформлю, потом забери. Армейцы же могут брать, не? Могут брать. Могут. Я а, меня поймали. Аккуратно. Я тоже в говне. Один хант только на пулю. Аккуратнее по мобам играйте. А, по мне бьют, на мир. Ну осторожно, ну стопни беги, ты. Беги, мабл, беги под босса. Стопни немножко, покури и постой, блядь. Ну все, уже перепулили. Не представляешь, как я рад. Пиши нахуй. Пух на а уровне. Ты уебище будешь бить нахуй или чё сегодня? Я что ли, блядь? Да ты-то при чем нахуй? Хуя себе, блядь, думаю, блядь. Заболел РЛ. Разъебал. Вадикон умер. Этот самый... Я разбился. Катриси, сбегай, ресни его. Катриси, сбегай за пивом. Гангрена вылетел. Ну, хорошо, все здоровы будут. Что-то, блядь, неудачно, по-моему. Сифилис будем пропить. Это наоборот получается.
Там Катрисия будет ресать это. Давай там. Как он называется? Гангрену ресни. Как ситуация на дне река. Или он меня тоже мутанул, типа, так же в ответку или что там. Или что? Да хуёво. Гангрена вылетел. Блин, что все фишки знать, еще полгода надо играть на него. Так, там 2% до фазы, если еще держу в курсе. Все, завалите. Летят сферы, ловите нахуй, я не буду их ловить. Желательно, чтобы кто-то с прожимкой ловил. Я на ханте поймал одну, нормально. А короче, следующую пачку буду ловить, полтинника дам. На карту мне лучше переведи. Полтишочек. Так, выхожу ловить, вы полтинник. Диспел, диспел, быстрее, быстрее его до диспел. Быстрее, ну быстрее, блядь. Дис... А, ясно, нахуй. Спасибо за диспел. Пиздец, хилы нахуй. Так могут, не только хилы могут, и палы здесь, блин. А, в Т5 нету УЕ. Ну я в итоге и диспелился. Смотрите, этот самый... Шары летят опять. Он бы грудак выпал, было бы норм. Кастую грудак. Хилы моча. Хорошо. Чего, блядь? Ну-ка, фонг, фонг, фонг. Ваня, фонг. Нет у меня фонг. Там своей жизнью живете, да? Хилы моча, блядь, охуеть. Тапки, блядь, о, ботинки, ебать. Лице. Ебать, тапочки. Снимай тапочки, анрол нахуй. Не, апокалы лучше. Анрол нахуй. Анрол нахуй. Я апокалы анрол. И пояс анрол. И вот этот жезл. 303-й апокалы видел. Чего? 303-й апокалы видел. А где они? Ну, бронзовая, открой. Сейчас стой только. Хочешь, я тебя обломаю? Нет, крит мест, да. Костя, хочешь, я тебя чуть-чуть обломаю? Писинки только с хэнки падают. 384-й тоже? Ну понятно, что все время. Там, печеньки, да, печеньки время. Вроде. Бейте мобов. Нахуй мастер за ГП ебашит. Чилим походу, получается. Хочет реально аккаунт задорого продать. Так, это что вообще такое? Скорость крит, СПД, пояс нахуй. Охуенный. Или хуёвый. Мы так и поняли. Взломалось 84, да, призван. Кто там тапки в итоге спиздил? Забираю утеру. Ну, хокмастер за ГП. Так куда ты сваливаешь хокмастер? Ты что там, прикалываешься? Ну, у меня апокалы либо шея в теле, короче. Апокалы либо шея, а там приора на апокалы не хватает. Вот. Эти взял и нахуй шея следи у меня. Нормально сейчас. Ну да. Нормально. Так-то да. Ну, да. У тебя 64-й, блин, заломал. Да. Вот шею за квест, по квесту и взять апокалы. Ну, бля, там дохуя делов, а тут, бля, легче. Ну да, я бы тоже был. Ты нахуй просто местами поменял. Поликом плюс-минус 20 сил на нем. Я этому уступаю Святосу. Слот там просит. Ага. Во флот тоже место уступает. Кто-то один пускает. Но ему тоже пишет идти надо. Замена еще есть? Тут теперь вместо рыбы огненный урон, типа, ебать. Это не огненный урон, это остался, блядь, баф с этого. Келя. Инсилятор, давай в рейд. С какого не на каждом. Ну, с такого, когда мы Келя убивали, помнишь, там тёлка вешает АУЕшку, которая еще хил режет. Не, ты чё, выраешь? А что это? Это огонь, это вода кипящая, типа, блядь.
А где она, ебать, нахуй? Ну в воде, ебаный, блядь. Вот где раньше были рыбы, сейчас там вода кипящая. Я понял, а хули у меня в ЦЛК эта кипящая вода пропает? Не знаю. Ну вот я тоже не знаю. Хуёво. Хуёво, когда кипящая, блядь, да? Включите там стрим, у кого не лагает. Че, иди пробуй, может они это, сломали обратно. Лава, да, и ЕП в оффлоп. А я пробовал уже, ну сейчас пробую еще раз. Я до этого ему давал за... Полтинник за этого босса, он пишет. Что? Я ему 3 давал, да? Так. Дал еще полтинник. Ну типа... А как? Ну бля, я столько же даю, и чё? Ну ты не уешешь. Ну, мало уешь. Слава, представляешь, какая жизнь, боль, блядь. Ни одной шмотки, блядь, сука, за все КД. Какой шмотки? Ни одной танков. Я время до этого играл за Фаныч вообще. С блоком нет. Ну, сколько? Ставлю рыбу. Давайте ебанем и пойдем. Че мы можем закрыть? Любой, просто опыт. Мы можем же, да, что-то закрыть, по идее. Именно на Сирусе. Только что я хуй. ТГ? Ну или ты ТГ, да, в принципе, на разгоне. Давайте ебанем. Мазом, ГМХМ. ГМХМ долго, нахуй. Оно за полночь пойдет, ТГ быстрее будет. Давай, знаешь... Давай сейчас, если с первого ебашим... Если с первого ебашим, то ТГ. Если со второго, то РС-ку, либо ничего, блядь, хуй знает. Уже поздно. Иконе 10 фасран, я пошел. Помните, да? Кто там в танках, кстати? О, слышишь это? Давай Оню 25-ку. Да нет, зачем? Нет, давай, там колечко пиздатое на танк. Ну так-то можно, но давай уже после этой, хуй знает. Если первого ебанем, то тут я ебанем. Потом уже... Юля. Это... Кто там третий танк? Да, вот я не знаю, кого, Хамазека. А где Рвист? Ладнюсь. Я вот не знаю, может хила спекнуться в шестого тут. А я бьёв пошёл. Или не надо? Спекайся, учитывая, как меня выкидывает тут. Ну, просто, ну, подстраховать, типа. Конечно, давай, Слава, в танках. А кто танки? Нет, лучше я в хила спекнусь. Ну, блядь, ты, Юля, и можно либо Гомосека, либо Катрисию. Либо... Давай гомосек, спекайся в танк. Только надо гомосек, чтобы это... Понабираешь агро, и потом только подведешь. Ты же видел, да, как танчить? Вот, чтобы у нас какая-то безопасность. Будешь танчить со стороны звезды ловить двух мобов, я со стороны кружка. На переходке ловишь их. Тыкните на смог. У меня агро побольше, я сразу подведу. А ты набивай, там постоял секунды 3-4, понабивал на них агро и под босса мобов сводишь, понял? Так, есть так что тогда Седжу просто в гомосека напуливает и все. Я в Юлю буду напуливать ходу. Да, лучше кто-то напуливайте в гомосека. Давай ты Седжу будешь в гомосека напуливать, потому что у него агро мало, у него Т5 нету. Да, ханты напулят. А у этих двух танков... Юля сама наберет? Да хан там, ну, два ханта. И сама наберет. Она и сама наберет, там и это. Ну лады. Ну мы в 6 не хилили, но по танкам посильнее будет два хпала. Плюс если Джан Дис вылетит, я типа останусь. Так, мастер. Так, ну давай, проверим. Чё? Так. Поели рыбу. Что, ой, триню заряжу. Там надо отвейдить. Да, иди и вейти в дырки. Подожди, Слава, пусть зарядит. Я уже зарядил, иди, пока он бежать. Иди. Уже зарядилось. И вейди тогда. Так не работает вейд же, нет? Ну так, там, ну нет, они просто мобов исчезнут, два моба, и мы им меньше будем бить. Чтоб меньше мобов бить в итоге. Седжу, сходи и свейди двух. Напоминаю, держите рейнджу, Геру сдаете на следующей переходке, когда он перейдет в зеленую фазу. Под первую переходку сдам я Массакру, под вторую я скажу сдаст... Давай, Хамазек.
Давай, выйди. Ну что-то не того. А, нихуя себе. Ну все правильно. Все, погнали. Бля. А, ну все, хуярим. А он выходит, что? Ничего, ну, ничего. Ну один успел выйти. Он на придет... босса надо было спулить просто. Заведите их под этого. Давайте. Геру я скажу, где... когда. Пиздец, ты где бываешь, Жиханыч? Заберите с меня и... этого Элима. Сейчас их зову, я считаю, нормально. А чё в центре? Это немножко право-лево, освободите хилам место хотя бы. Ну, мелких доиграть. Тут надо уже застоять здесь еще, ребята. Ну и не торопитесь никуда, самое главное, чтобы... Боимся. Давай, Юля, переводи. Блять, застанила нахуй. Давай, а, сдал нормально. Сдал, да. Что-то у меня, блядь, частица на юльке забанилась. Трэш доиграли. Готовься, Гамазик, я скажу, когда. Юля, переводи. Гамазик, массакру. Не ДПС, понимаю. Вадикон, дай иннер по гангрене. А друид инвалид иннер по стелс. Катрисе иннер по войду. Трэш сыграли быстрее. Блин, нихуя ее пробивают. Убили, да? А чё не ведём с тоже уже? Да. Переводи. Не сорвите только мобов, вы знаете, где они появляются. Подводи под босс. Арник, не сорви. У меня сейчас сохранись. Трэш больше сыграл. Так, стелси отдала тотем почему-то. Бидон, ставь тотем, не люблю дома мечтай. Что? Его зависло все нахуй. Переводи, а? Юль. Давай, слава Москву. А чё за... Целый день так. Дал сокру. Mm-hmm. Чё взломание такое было? Тусака, негодяй, чуть не сорвал. Не, он всегда в жопе стоит. Хилим хорошенько, мы его забираем. Не уйдет он. Трэш боль. По трэшу.
Больше по трэшу дали, быстрее. Доиграли. Надо переводить. Переводим. Кого следующий? Гамазек, давай массакру. Че, добьете, нет? Да лучше перевести. Миллионов лучше перевести. Переведите моба обратно, Гамазек. От трэшу. Шелфир, дай на ману, срочно. И туманы вообще. Катрисия, Иннер, Войда, Друид Инвалид, в Джандис. Надо переводить. Мне кажется, 4 ляма допупим, нет? Да, 3. Добьем. Ну добивайте. Добьем, еще. Добьем, добьем. Ну, смотрите. Там лям, добивайте просто. Опа. Снова танк от линия. Ну ты понял, как ТТГ, значит. Летим, бежим быстрее. Кто хочет кольцо это брать? Ну, Катриси, наверное, нет? Святос хочет. Пишет. Нет кости РП. Ну, Хурика. Так, Юля по ИПГП. Юля, точно тебе отдавать? Там Святос хочет. Ну, ей на ДД. Тебе закидывать, да? Ну, пишет, да. На Фроста? На ЕПГП. Если на Фроста, то это мусор. Это мат запиканный был. А разве есть вообще ДК, которые любят ловкость больше, чем силу? Влада, да? Тренил. Да ты заебал вторую пиздить, а? На друида отдай ему, блядь. На пала спиздил. А ты сейчас нажимал? По-моему, все консулы нажимали. Мы консул нажимали. Я так и знал. Че, сейчас вы куда хотите? Это ТТГ. Так, люблю щиты. Нет, идем. Я ухожу, если что, дайте ИП. Так. Давайте после 30 минут. Там в замене есть кто-то на замене? Чтоб дать ИП за 5 минут. Я на ДК в ТТГ перелезу. Так, сейчас, короче. Так, летим. Сложность вроде не меняется, да? Зайду на рогу.